Доброе утро! Сегодня у нас Family Day. Костя, все радостно. И мы сегодня проведем этот день вместе. Ура! Я вот с утра, мы только что встали. Вот я так выгляжу с утра. Еще все, стрижка еще укладывается, потому что я еще больше подстриглась и покрасилась. Все, сегодня Happy Family Day. И на улице все равно, конечно, еще холодно, но не так холодно, как было остальные дни. Сегодня у нас всего лишь минус 15. Вот, поэтому мы попытаемся что-то, может, куда-то выехать с детьми, какой-то активити сделать. Будем кушать, будем отдыхать, в общем, бездельничать. Как всегда, делать все, что мы можем сделать, чтобы день не прошел просто так. Да, Габушей? Да, муськи, балабуськи мой. Как индуска она одета, ей так нравится одеваться. Да, мой хороший. Вот так ей нравится одеваться. Вот, вот так. Штаники розовые, все, все по цвету, главное. Да, и платье свое поцеловать обязательно нужно. Идошка, привет! Идошка, картошка. Чему ты расстроен? Сейчас я иду готовить завтрак. Посмотрим, что я могу приготовить. Итак, завтрак готов. Я сделала омлет из 5 яиц. Вот нам на четверых уже разделен. Это остаточки. Тут остаточки за вчерашнего дня. Здесь были макароны с рыбой и макароны с завтрака, макароны с яйцами тоже выжарила я. Потом это авокадо, просто нарезанное с лимонным соком. Агаби его любит, мы так думаем, что здесь две штучки, что она его съест сразу. Это два бутерброда горячих для нас с Костей. Это там внутри лежит туна и оливки зеленые, и сырочек. А Айдошки просто без туны, оливки и сырочек. И, естественно, две чашечки кофе. В общем, это наш завтрак. Дети, кушать! Так, что происходит? А где она? Габи, it's your fault, say sorry. Да, молодец. Нет, Габи, да, туда. Она знает. Молодец. Помогай своему братику, помогай. Потому что Габи сделала это все. Потому что она вытащила все наверх поставила. Зачем ты это все снял, Габи? Молодец. Опять хаос из коробок и дом, из игр. Да, молодец, ложи, ложи. Да, рассыпалось все, упала коробочка. Что, Габи, хватит спирать на нее? Скоро уже. Ты книжку прочитал? Да, ты не пойдешь на плейдейт, пока не прочитаешь книжечку. Я тебе сказала. Прочитаешь книжечку с библиотеки тогда. Окей, сейчас мы едем, нас пригласили на плейдейт, неожиданно, к однокласснику Идошкиному, поэтому мы сейчас введем адрес и поедем, отвезем его на несколько часов. Это было неожиданно, сейчас время 11 часов утра. Вот, а перед этим я заеду, наверное, куплю маленький Timbits, это с Тим Хортона. У меня есть время это сделать, поэтому поехали отвозить к другу. Окей, вот, все, мы были в Тим Хортоне, вышли, купили 10 Timbits, 5 взяли шоколадных, 5 бёрдый кейк. И Дошка выбрал для деток. Вот они, кружочки. Все, сейчас будем ехать уже по GPS-у. Так, я вот отвезла Идошку, зашла, еще меня покормили тут кофе, чаем, сладкими конфетами. Я вас хочу провести, они живут в новом доме. Прямо вот они въехали 3 месяца назад, но здесь еще дома строятся. Я вам хочу показать, вы меня многие спрашивали о домах. Вот сейчас я не знаю, как я буду. Вот, она мне показывает, куда идти. Вот я вам хочу показать. Вот строятся дома. Вот как выглядят дома. Видите, доски. Сбитые доски. Которые, причем, знаете, какие доски? Знаете, вот есть цельные доски. Вот даже здесь видно, есть цельные доски. Видите, а есть спрессованное дерево. Так вот это из спрессованного дерева. Так, сзади меня машина, поэтому я еду. Вот. Вот это, понимаете, такое
вот здесь еще строится уже как бы часть домов построенных. Вот, и вот еще один дом из пакета. Я говорю, ну здесь просто леса стоят, да, строительные леса. Вот, вот дом строится. Сверху это все покрывается. Это просто покрывается сверху как бы кирпичом, но это не кирпич. Вот здесь строительство, это не кирпич. Покрывается сверху, ну как клеится, типа такого камешка, кирпича. Но это все как бы фейк, не настоящий. Видите, это просто сбитые такие спрессованные доски. Прямо их с пакета вытащили, грубо говоря. И построили дом. Я говорю, Костя, мы сами можем строить. Поэтому вот кто строитель, кто понимает, конечно, может сам. Но так как мы не знаем, вот просто гипсокартон. Видите, сверху закрыли. Ну это не гипсокартон, специальный материал, конечно. Вот, видите, вот так это все выглядит. Вот. Все окна вставлены. Вот это дом. Вот это еще без окон, без дверей. Вот это в этом райончике они купили. Ну, это уже все дома распроданы. Естественно, здесь просто так никто не строит. Строят уже только, когда распроданы все лоты. Когда все лоты расстроены, конечно, туалеты на всех участках строительных. А вот здесь уже, видите, а это дома. То есть рядом здесь еще строится, а здесь уже жилой дом. Видите, вот это сверху покрыто так... как будто вот камнем. Это же все просто фейк. Это, ну, оно не фейк, оно, конечно, какой-то материал, но он как бы не кирпич настоящий. Да, это все полукамень, полукирпич. Вот это я вас провожу. А это уже, видите, районы. Ну, тут дорога еще так есть, но еще не достроена. Вот. А здесь уже жилые пошло. Здесь уже заселились эти ребята. Наверное, это по 3-4 месяца здесь живут вот эти дома. Даже деревья, видите, только высаженные деревья. Еще можно по деревьям тоже смотреть, что деревьев нету. В новых районах обычно нету засажено ничего. Вот, по деревьям можно видеть, какой молодости районы. Вот, так что дома распродаются только лишь... То есть дома распродаются, лоты сначала, пустые места распродаются. А потом уже... Когда все распродалось, начинается строительство. Здесь не делают так, что строят, а потом продают. Это большая редкость, когда, например, один какой-то лот остался непроданный, скажем, там построили 15 домов, один дом не продан. Такого не бывает, конечно, в хорошем районе. Но, в общем, его потом как бы продают уже после строительства, когда уже люди могут увидеть картину того, что настроили вокруг. Площадки здесь детские еще достаточно новые. А вот здесь видите, как лес такой, лесочек. Вот за этим лесочком, так, ко мне звонок. Индусочка включила свет. Куся, пельмешки сейчас будем. Яблочко? Да, огурчик? Да, ну сейчас мама даст. Мы приехали в комьюнити-центр, пока Идоша на плейдейт. Приехали в комьюнити-центр. Сейчас 1:30. Вот там есть часы. 1:30. Вот, но мы думали, что будет больше активити сегодня, как в прошлом году. Но сейчас тоже просто можно с мячом бегать, в спортзале все бегают с семьей. И можно было купаться, но что-то сейчас не расписано расписание, как в прошлом году. Сейчас вот мы пытаемся найти, но нету нигде расписания. Где что, в какое время, какой активити. Просто люди сидят. Вот, так что мы просто пришли, сейчас побегаем в спортзале. Но Габи что-то пока не хочет бегать. Библиотека тоже закрыта, которая при этом комьюнити. Ну, побудем, все равно выползли из дома. Пози скази, да, Габуси? Вот, просто побудем здесь. Выйти, вырваться куда-то. Мы ходили-ходили. Внутри там что-то, пока мы вышли, там нету ни расписания сегодня, нету ни такого, по-моему, даже нету этого. В прошлом году можно было пойти купаться в бассейне, и там было расписано, допустим, час волейбол, час, потом там, не знаю, баскетбол, потом там можно на шахматы, потом можно на этот, как он называется, на... Как он называется... Ну, не ушу, а это второй. Ну, неважно. Короче, было расписано. А в этом году... Вот это я в своей куртке. А в этом году что-то ничего не расписано. Нету никакого расписания. И мы просто по кругу прошли. Сейчас еще пойдем. Ну, библиотека закрыта.
Ну, хотя бы сам факт, что мы вышли из дома, прошлись. Люди на площадке, есть детская площадка, но оно все обледеневшее. Детки постарше еще такие, как и дома, могут там на горке покататься такой, на пластиковой. Габи пока туда заберется, 10 раз упадет. Ну, хотя бы вот вышли, подышали немножко. Вот, пока и дошки нету. Так он пока там, мы пока здесь. Нам надо на самом деле еще поехать купить кое-какой фильтр для дома. Может, мы воспользуемся сейчас этим, этой возможностью. Вот, а здесь есть тоже вход. И в него, наверное, Костя зашел. Сейчас мы зайдем и попадем опять внутрь комьюнити центра. Мы просто вот по кругу обошли. Вот. Все равно хорошо. Не хочется так вам, Костя. Не хочется просто так провести день дома, сидя. Надо куда-то поехать, что-то делать. Такой подход у меня. Просто зима, уже хочется весны куда-то ходить, что-то делать. Да, библиотека вот закрыта. Да, библиотека сегодня закрыта. Очень жалко. Вот, а комьюнити-центр можно пройти в спортзал, но там тоже Габи не хочет. Сегодня Габи не хочет. Значит, пойдем дальше. В конце вот тот магазин был закрыт, в который мы поехали. Вообще все центры закрыты. Но мы сейчас приехали в молл. Тут все вроде открыто, много машин. Вообще я заметила, что открыты все рестораны. То есть везде, кто хочет покушать, открыто. И открыты молл. Вот, так что мы сейчас приехали просто в молл. Немножко просто уже пройдемся. Мы не хотели на самом деле. Но мы уже приехали, Коль, так уже проехали мимо, уже зайдем и уже отсюда поедем, заберем и дошку. Вот такая какая-то погода, конечно. Пасмурная, снежочек падает маленький. Вот можно видеть Hudson Bay, это Hillcrest Mall у нас называется. И тут много, ну, он такой местного разлива. Вот. Hudson Bay здесь есть, и банки, и много магазинов, в общем. Так что погуляем, посмотрим, что тут есть. Уснул ребенок. Выходить уже не будем. Приехали и уехали. Едем за едой. Что ты смотришь? А, опять покемонов. Вот это называется Family Day. Вся Family, кто где сидит, кто что делает. Сейчас я еще делаю дошки горячий бутербродик. Вот. Малышка кушает бутерброд с вареньем. Уснула в машине, так сладко поспала. Видите, работает обогреватель. Такой дым за окном. Я не знаю, видно? Видно. Это обогреватель. Работает, выпускается пар. Такой из трубы. Это делает математика. Привет, вот. Да, я... Еще одна неизвестная от работы. Да, Ида? Да. Да, мы немножко поспали. То есть я поспала, у меня ребенок усыпил наверху. Сейчас мы покушали, и сейчас сидим немножко опять смотрим телевизор. А! На улице пошел снег. Да-да-да.
5 часов, и я сделала тесто на пиццу. Вот оно уже поднялось, прошел час. Сейчас будем делать пиццу. Паракус. Габи тут везде роется. В общем, Костя пылесосит внизу машину. Иду раскладывать пиццу. Вот какая красивая пицца получилась у нас. Оливки, пепперони, сыр. Боже, что может быть вкуснее. Я вообще люблю оливки. Если можно было просто с одними оливками, бы я ела с одними оливками. Я их обожаю. Все, духовочка уже почти нагрелась. 137 градусов. Нам нужно, в принципе, 180-190 на 15 минут. И все будет готово. Думаю, что уже можно запускать духовочку. О, так. О. Все. Сейчас у меня почему-то свет горит. Все, сейчас горит. Ням-ням-ням. Все, мы уже перед пиццаное настроение. Пицца одного. И Костя пропылесосил машину. И они с Габи лежат, кушают морковку. И смотрят мультик «Смешарики». Очень смешной мы нашли. Вот, очень нравится Габи. Да, а Айдоша должен делать уроки, и он все время отвлекается, да, Айдоша? Да. То есть он не должен делать уроки, это мама дала ему такие задания, но уроки на самом деле ему не дали. Ему не дают уроки, да? Да. У вас в школе не дают уроки, только мама дает уроки делать. Нет, чуть-чуть, значит, урок чуть-чуть нету. А! Да, это мы вот решаем с одним неизвестным. Готовая пицца. Ями. Все, у нас сейчас family time внизу. Да, ну папа не здесь, потому что скоро придет. Папа сейчас придет. Да. Все, сейчас будем играться, сидеть. Аж пока уже до опупения. Аж пока мне нужно будет уже идти спать, я доедаю пиццу. Уже когда мне надо будет идти спать, ну что, поднимемся с ними на мой Xbox здесь. Даша, все помнят после твоего дня рождения, что это твой Xbox. Что это там, Габи? Молодец. Хорошо, это хорошо. Нет. Только я знаю это кино, но я не знаю там по именам, кто же там делал это. О май гаш, Габриэль, осторожно. Да, сейчас мистер Ли, good evening, Костя. Зачем ты в эту стену бьешь? Куда в ту стену все слышно, не надо. У нас время уже 7:05. Так, все книжки съехали. 7:05. Мы готовимся к bedtime, да, Даша? Да. У нас уже bedtime подготовка. Габуша уже купается. Ванночки там с папой. Да, лицо. Вот. Все. Готовим кроватку. Ее комната уже все готова. Разложена.
И Доша еще складывает свои, что они тут игрались. И Доша только в коробочку сложит Джинку. Не, не надо, не надо, потому что Габи будет это раскидывать. Пожалуйста, складывай в коробку. Завтра будешь левелать как хочешь. После школы. Все. Так что сейчас уложить детей — это самая как бы основная задача. Боже, что на голове у меня. Во все стороны все лежит после шапок. Вот, так что все, наша основная задача сейчас — разложить детей. Потом наше взрослое отделение начинается. И как было там у него? Awesome. Да. I'm the real man. Oh no. Oh no. Потому что нужно закрывать коробку и Доша, а не прикрывать. Messages fall out of my mailbox. Если бы ты аккуратно складывал, то оно бы хорошо закрылось. Подними сверху, да. Кабушки, бушки, бу, ай. И да, сосредоточься сейчас на закрывании коробки. И дошки, 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 да. В угол поставь, пожалуйста, полки. Не разбрасывай своих человечков. И Доша, зачем? Давай. Зачем? Потом Габи их приносит, забирает. Или в коробку их спрячь все. My set of guys. My set. Лего. Guys. Лего guys, все тут. Это все мои. Это кто я очень люблю. Кого? Сенсаву. Это тоже. И это тоже. I changed the heads. Как его зовут? I have no idea. И это тоже. I changed. This guy. This head was supposed to be here. Mm-hmm. This head was supposed to be here. Mm-hmm. And you put the mask on? Like, mm-hmm. No. Yeah. The helmet, not the mask. Mm-hmm. And there, that's what he looks like. Mm-hmm. These are three of my favorite guys. Okay. Oh, no. And this guy looks weird. The mask is different. You see, well, they don't have any skin colors in the Ninjago. So I put a guy from Star Wars. I changed the head with my old Cole that I had. This guy had this suit. Mm-hmm. This guy had this suit. So I changed it on my favorite guys. Ты их, короче, запутал полностью. Да. Они уже сами не знают, just кто their они. Just the heads. They mm-hmm. had a different costume. Костюм. Mm-hmm. Понятно. Ладно, Эдоша, спасибо, что рассказал нам про свои игрушки. Да, пожалуйста. Все, пока-пока. Пожалуйста. Пока-пока. Пока. Ну, okay. Угу. Открой ноты, Эдо. Давай мы не будем по памяти играть. Открой страницу с нотами. Это не оно. Ну так поехали, а что ж ты Макдональдса играешь? I thought I know. Okay. E is 2. D is 3. E is 4. How? Then why? You should follow these. А что написано в другом? Почему там написано E и 4? I have no idea, but that's what the teacher said. We copied off these. Хорошо, these. Ну поехали. Пальцы. Okay, we do it here. Давай уже, Эдоша, ну уже где-нибудь, начни уже что-то. We need to... Left hand.
все, спокойной ночи. Скажи, мы ложимся спать. Бай-бай, да? Что? Что мы идем? Выключаем свет. Да, выключаем свет, да, эти цукры. Выключаем свет. Идем, дедушка, цому, да, маме, цому, дим, цому. Всем дадим цому. Маме, цому. Все поцеловались. Все, идем, дедушка, на комнату, идем спать. Здесь уже были, там уже были. А здесь? Завтра, завтра. Зайди в комнату. Это завтра все, давай, закрывай. Все, закрывай. А туда тоже надо попадет уже. Так, все, один пошел спать. Со вторым занимаемся, сидим еще. Так, все, позанимались музыкой. Костя, это несправедливо, что без меня это кино смотришь. Но мы же вечером хотели вместе его смотреть. Ну, можно это немножко сделать. Это такая несправедливость, Костя. Так, время 7:55. Костя готовит свое фирменное блюдо, которая называется? Шакшука. Ну, вообще это называется лечо, да, у вас на Закарпатье? Да, у нас карельцы называют. У меня все горит, вы не мешай, видишь, что у меня все сгорело уже. Да, это Костя, только Костя готовит это блюдо, я это святой, я к этому не прикасаюсь. Мой телефон села батарейка, ему надо заряжать. И, Доженька, ты идешь скоро спать, сынок? Да. Нет, лайпи готов. Максимум мультики, но нет лайпи. Так, помидоры сейчас пошли. Ты, Дашенька, не мешай, папа сейчас готовит. Нет, лайки. Я могу что воспать? Ну, я не знаю, как ты любишь, конечно, почему нет. И как ты хочешь. Ах, это у нас не было договора запись. Доделай свое, то, что Дэри, ты должен дописать. Это чтобы я могла раскрыть. Да, и ресайклинг. Все, можешь смотреть. Да, вот там были несколько смешных моментов, но я только смотрю весь мост. Ну это нечестно. Я хотела вообще сначала это кино с тобой посмотреть. Почему? Чтобы мы посмотрели нормально, то не сегодня кино смотрим 10 уже раз с перерывом. Включаем каждый раз по 5 минут, и пока я занималась, ну, Костя больше, без меня тут смотрел. Ну, было больше 5 стоит для себя, ну не важно. Все, пусть тушится сейчас. Все, сейчас оно будет тушиться, вытушиваться, а потом яйца. А потом Костя с хлебом это все вкусно кушает, очень аппетитно. Ой, у него уже слюни текут, пока он это готовит. Все, ложись под одеяло, под одеяло, под одеяло. Все. Будь выключить, все, давай. Спокойной ночи. Родительское время наступает.